Сегодня утром в районе села Виноградное, который недалеко от Алушты, потерпел крушение частный вертолет американского производства. В результате его падения погибло 3 человека. Сейчас их личности устанавливаются. На месте крушения спасатели выяснили, воздушное судно упало в 300 метрах от автотрассы Симферополь-Алушта. Корпус вертолета сильно поврежден, воспламенения не произошло. Предполагают, что вертолет вылетел из Ялты в Белогорск. По факту следственные органы Крымского управления следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства крушения, определяет владельца судна и устанавливает имена погибших. В обследовании территории принимает участие авиация МЧС России и беспилотные летательные аппараты. В районе села Виноградного произошло падение вертолета, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Измайлову, который совершал полет из города Ялты в район Белогорска. На борту предположительно находилось 3 человека. На месте происшествия проводятся следственные действия представителями Следственного комитета, транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.